С начала 2021 года в Люберцах на железнодорожных путях погибло 7 человек. Чтобы предотвратить подобные случаи среди школьников, учителя лицея номер 4 пригласили на открытый урок начальника административно-пассажирской инспекции. Возможность сэкономить деньги на проезде привлекает огромное количество людей. Вот только эти попытки могут стоить жизни. В 2020 году на железной дороге в черте городского округа погибло 23 человека. А все из-за незнания правил поведения в зонах повышенной опасности. Безопасность переходит через железнодорожные пути на ближайшее направление. То есть через управляемые пешеходные переходы, через подземные или надземные. Ни в коем случае не переходить железную дорогу по пролому, случайным тропам и ненадлежащих местах. Еще одна причина гибели – капюшоны и наушники. За плотной тканью поезд не заметен, а громкая музыка мешает услышать предупреждающий сигнал. Однако железная дорога – не единственное опасное место. Получить травму можно и в другом общественном транспорте. Допустим, если вы вышли из автобуса, где вы должны, как вы должны перейти дорогу, если вам надо? Совсем скоро школьников ждут долгие летние каникулы. Шестиклассник Леонид Дубинин уже знает, что проведет их на даче и, конечно, возьмет с собой любимый самокат. Но теперь он точно знает, как правильно кататься. У меня есть самокат, я на нем часто катаюсь. И я всегда именно на нем перехожу дорогу, но никогда не катаюсь, потому что я понимаю, что этого делать нельзя. В конце урока гости пожелали ребятам хороших оценок и веселого лета. И о том, что в любое время года не стоит забывать о правилах безопасности. Айтаж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.